На территории края зарегистрировано уже 12 случаев заболевания. Это значит, что вирус распространяется. Поэтому наша главная задача – продолжать выполнение всех предписанных мероприятий по противодействию и борьбе с инфекцией. В дополнение к уже принятым решениям мы отменяем весеннюю охоту. К сожалению, прошу охотников отнестись с пониманием. Кроме того, правительством Алтайского края сегодня утвержден перечень отраслей экономики и видов деятельности, которые должны продолжить свою работу. Он включает в себя достаточно широкий список отраслей, таких как производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи, производство химических продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, производство металлических изделий, электрического оборудования и аппаратуры, машин и оборудования, производство автотранспортных средств, мебели, бумаги и картона, лесоводство и лесозаготовки, производство изделий из дерева, производство удобрений, автотранспортные услуги по перевозке грузов, пассажирские перевозки, такси, ветеринарное обслуживание, проектирование, строительство, реконструкция и ремонт жилых и нежилых зданий и сооружений, объектов инженерной инфраструктуры, производство строительных материалов, функционирование систем жизнеобеспечения, дорожная деятельность, деятельность в сфере информационных технологий, ремонт обуви, пошив одежды, ремонт бытовой техники, услуги химчисток и прачечных, услуги автомобильного сервиса, охранная деятельность и многое другое. Наша общая задача – сохранить жизни и здоровье людей, сохранить наш край. Будьте здоровы, берегите себя.